За ней раз. Ничего. Вон там что-то такое пушистое, нет? Ну, что, ничего не видно. Ага. Ну, понятно. Что такое? Хвост свой беличий. И там, дорада. Вон там, наверное. Вон там он, видишь, что-то пушистое, типа хвост. Белка сидит, по-моему, да? Вон, на сосне, видишь, вот. Сосна, и вот по стволу смотри, с левой стороны, вот что-то пушистое, видишь? Не белка сидит, смотри. Сейчас я подойду, посмотрю. Ты видишь, нет, сейчас я топором стукну. Может, она шевельнется. Смотри там. Я тебе показал, Ген. Шевельнулась, нет? Ты вообще на сосну показывал. Сейчас посмотрю с твоего места. Типа такой, что как будто там хвост торчал. Нет, это, а может она сидит. Ну вон, видишь, на ветке как будто сидит. И хвост такой пушистый. Нет? Должна была. Должна была шевельнуться. Ну он, видишь, проследил же что-то. Побежал сюда, как будто кто-то перешел. Я сейчас с той стороны зайду, посмотрю. Может, увижу с той стороны. Иди сюда, Ген. Сюда иди. Я ж тебе... Вон она сидит, видишь? Вон она, вот по стволу, по этому дереву. По этому дереву, видишь? Башка торчит, вон она. В эту сторону головой смотрит. Я ж тебе говорю, хвост, вот она. Вот по этому дереву, вот. Вот, по этому дереву. Смотри, вон она сидит, видишь, на ветке. Вижу. Хвост правильный, а с той стороны да, торчал. Да. Вот теперь смотри, сейчас буду бить топором, она будет шевелиться или нет. Вон она сидит, видишь? А я сейчас стукну. А ты посмотри, будет она шевелиться, чуть-чуть хотя бы дергаться или нет. Видишь? Смотри теперь. Значит, смотри, можем что сейчас делать. Сейчас я срублю колот, и мы ее отстучим колотом. Вон она сидит, зараза. Сейчас колотом мы ее отстучим, стукнем, чтобы она прошла, и они проследили чуть-чуть. Вон, ты за ней, короче, смотри, за этой белкой, чтобы она никуда не перешла. А я сейчас колот срублю. Ген, сейчас я камеру выключу, у меня же камера на голове, видел, я снимаю. Сейчас я выключу, чтобы... Уйди, блин. Ген, ты ее видишь? Все, теперь смотри внимательно. О, блин, сейчас. Подожди-ка, отвечу. Может... Алло? Я в лесу сейчас тут это. Собаки, работ. Перезвоню, ага, давай. Ага. Так, смотри внимательно, Ген. Сейчас я буду стучать, и она должна перейти на другое дерево. Смотри. Пошла? Ага, вижу. Вон она. Вон пошла, видишь? Thank you.
Надо колу взять. Колу взять. Собаки следят, видишь? Ага. Хорошо, хорошо, молодцы. Молодцы, молодцы, молодцы. Молодцы, ага. Но мы это дерево не отстучим, где? Такой здоровый мы не отстучим. Да ладно, хватит, поглядим на нее, ладно. Видел? Да. Собака рабочая, видел? Ян. Молодец, молодец, где? Ну. Молодец. Я следил и все. Так она быстро по макушке. Ты по таким тоненьким лет, чтобы перебежать. Ну. Где-то, молодец, молодец. Нет, ты сейчас не подойдешь. Знаешь почему? Потому что у рабочей собаки, когда ты подходишь, она должна на другую сторону дерева перейти. У них так. Вот выходили с леса, встал как вкопанный кобель. И смотрит. Думаю, что такое? Смотрим. Белка пошла вон по деревьям. Вон она сидит на ветке. Белочка прямо около деревни. Вот. Хорошо, хорошо. Молодец. Молодец, молодец. Молодец, вон она. Подошел близко. Молодец, молодец. Он головой шевелит. Сейчас я подойду, стукну этим, как его, ну, топором. Может, она пройдет чуть-чуть. Ну, а что он будет просто так лаять? Хоть пусть это... Вон он, башка ее. Смотри за ней, а то упустим. Сейчас я стукну, пусть последят хоть чуть-чуть. Когда она пойдет, последят пусть. Вот у них слух идеальный, да? На слух сработали. Сработал кобель. Услышал ее? А. Куда? Вон она, наверху. Да, вон наверху, вон пошла, пошла. Снимай на телефон ты, что ты? Ген, на телефон снимай. Уже она... А, пошла, 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 ага. Смотреть, смотреть, смотреть. Ая, смотреть. Айка, смотреть. Молодец, молодец. Ая, смотреть, Ая. Смотреть, смотреть. Видно, нет? Запала? На сосне, да? Ген, на этом, Ген, на сосне. Ну что, видишь ее? Давай, подходи сюда, будем ловить их с поводками.
Вот на этом, да? Ты видишь ее? А, значит, наверх ушла. Ладно. Фиг с ней. Сейчас.